Ты, слава Мерлоу. Опа, бежим. Ты, слава Мерлоу. На маленькой горе в городе Виргина был заброшенный дом, и были слухи, что там живет злая ведьма. Так, туда зашли маленькая девочка и оттуда никто не возвращался. Английский от Гирчика. Хай, ребята, с вами Супер Гирчик, и сегодня мы поиграем в Gnar Let Hack. Так, давайте посмотрим туториал. Эту игру мне посоветовал мой подписчик, я довольно-таки давно ее не снимал. Все, так. Теперь давайте начнем саму игру. Это игра от создателей Swallow the Sea. Вы этот ролик можете увидеть у меня на канале. Ну, теперь давайте начинаем. Ага, мы в клетке, да? Я так понимаю, это квест-игра. Так. Крысиные останки. И зачем мне они нужны? Так, мы взяли ключ. И открыли дверь. Ну, давайте возьмем. Так, что это? А, это ключ. Так, ключ нам не нужен, нам нужны крысиные остатки. Это музыкальная шкатулка. Там есть отверстие для ключа. Но, похоже, оно не подходит. Давайте. Как взять? Ну, мне, походу, не дадут. Ну, ладно. Так, надо отсюда выбраться, да? Я буду тупить, сразу говорю. Ой. А, ну, типа, я проиграл, да? По новой. Ага, я понял. Все, я понял. Нет? Ну, извините меня, что я так туплю. Не, я не понял, как это делать. Я сейчас спущусь. А что это было тогда? Типа я разбился, что ли, когда я прыгнул? Похоже на то. Сюда можно? Я боюсь. Ладно, нам некуда идти, придется спускаться. В общем, английский гирчик. Опа. А, нас заметили, да, получается, что мы бежали, но ничего страшного. Опа, нас поймали. И что, заново, да, получается? Я понял, нам попадаться здесь нельзя. Так. Ага, вот сюда можно. Зубная щетка. Можно почистить что-то. Давайте здесь посидим, я что-то боюсь. Ну, я уверен, сюда идет. Эта тварь, 100%, 100 пудов, так сказать. Вот она сюда заходит. Можно двигаться, ничего страшного. Опа. Я зажал escape, и игра вышла. Вот я молодец, а. Вот я молодец. Что, давайте заново. Интересно, что будет. Вот она идет. Вот это ведьма. Ран. Берем зубную щетку. Идем. Нет, не идем. Он сейчас обязательно сюда зайдет. Батин туалет. Долго, интересно, так ждать придется. Пока ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Бежим. Так, я не понял. Я почему-то чищу. Я залагал. Но я могу чистить что-то. Что мне надо? Ага, все, понял. Так. О. Отмычка, да? Все, понял. Опа. Подстава.
Да блин, придется, похоже, 100 раз так делать. Берем. Прячемся. Она здесь, да? Ну-ка, дай к себе погромче сделай наушники. Так. Открываем. Отмычка сломалась. А теперь бежим. Бежим, бежим. Мы попались. Мы попались. Все, нам хана. Нам хана. Улюбас к нам идут. А, вниз можно. Вот я вовремя заметил. Фотографии семейные, походу. Бежим. Так, мы здесь спрятались. Почему в этом доме есть электричество? Хороший вопрос, конечно. Почему здесь не отключили электричество, раз здесь, по слухам, живет злая ведьма? Ну вот, давай сюда. Ага. Опа. Отлично. С человечьими глазами слизень какой-то. К нам идут. К нам идут. К нам идут. Да как там надо было проходить? Опять просрал. Побежали дальше. Я сказал, побежали, побежали, побежали. А, все то же самое. Не получилось. А я застрял. Бежим, бежим. Очень даже вовремя мы сюда прибежали. Ага, когда течет вод, то значит, она может нас заметить, как только мы выйдем. Ого, здесь можно прятаться. Книга. А, все, я понял. Типа на книгу можно запрыгнуть. Так, там какая-то вещь была, я помню. Вон там снизу, но я пойду наверх. Ага, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Опа. Да. Вот, идем, идем. Как это взять? Я явно туплю. Все, нас поймали. Зачем нам книга нужна, чисто теоретически? В огонь кинуть? Нет. Только использовать как платформу какую-то, на которую залезть можно. Ты, слава Мерлок. Опа, опа, бежим, бежим. Ты, слава Мерлок. Когда замечают, когда мы залезаем в комнату, значит, это плохо. Выключить. Блин. Так, берем. Включаем телевизор. Прячемся. Да? И выключает. Ага. Нет, ну там точно что-то есть на столе синее. Как это взять надо? Бежим, бежим, бежим. 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 Бежим, бежим. Бежим, бежим. Бежим. Ага. Ага, вот, вот, вот. Все. Что? Крыса! Я вспомнил. Все. Крыса нужна, крыса точно. Все, я понял. Сейчас кормим. Тупой.
Ну как так? Что делать-то с этой крысой? Прячься. Так в итоге Свити не кушает, что ли, крысу? А что мне делать тогда? А-а-а! Крысой можно сбить ту штуку, все. Вот я дурень. Наконец-то понял, кажется. Да как это проходить? А-а-а! Наконец-то. Так, что я добыл? Соль какая-то. Ага, соль. Зачем мне нужно... Ага, слизень. Слизень дадим, да? Ладно. Слизень. Вот тебе соль. Так. Глаз... Ключ. Ага, шкатулка, все. Все, понятно. А! Так, дверь от комнаты. Сейчас к нам придут, выключат эту штуку. Так. Ключ от комнаты, да? Сейчас найдем. Опа, что такое издевательство это? Блин, ну что это такое? Ну это издевательство какое-то. Ну, из-за нетерпения, блин. Я уже почти час снимаю. Ну что это за издевательство? Еще хромакей упал. Ну почему? Все, мне надоело. Я хочу пройти быстренько эту игру. Честно, я слишком тупой для этой игры и слишком нетерпеливый. Из-за этого я попадаюсь к этой ведьме в руки. Из-за этого я проигрываю. Из-за этого я психую. И из-за того, что я психую, я попадаюсь на руки ведьме. И, короче, по кругу все. А эта игра, наверное, на минут 15, а я тут, блин, уже... Сижу минут 45, скорее всего, даже больше. Спрятались. Сейчас эта фигня играет пока. Она сейчас придет. Выключит ее. Все. Ключ от комнаты. Там слева комната есть, нет? Я уже не помню. Ага. Давай. О, так, открылось. Отлично. Так, ржавый ключ. Как спрятаться? Куда? Все. Что это? Угу. Здесь зажигалка. Все, запомнили. Пока я не знаю, зачем нам зажигалка. Пока мы пойдем. Ржавый ключ. Должен открывать ржавую дверь. Логично. Ну, блин, почему? Ну, заново все. Нет, надоело. Это издевательство. Ой, я не знаю, сколько ролик будет. Короче, потом пройду эту игру. И вот, после восстановления моих нервов, мы снова продолжаем играть в эту грёбаную игру. Так, пошли. Давайте идем. Бежим. Сейчас мы здесь должны открыть дверь. Взять щетку, побежать. Почистить. Бросить щетку, открыть, взять, спрятаться. Вовремя я спрятался, потому что сейчас к нам
заходит это чудище. Я пока открою. Давай, бежим, бежим. Оно за нами идет. Круто. Но мы быстрее. Сейчас мы возьмем книжку. Возьмем соль. А потом суп с котом. Я не знаю, выходить мне или нет. Но, по-моему, очень близко тут эта старушка ведьмы находится. Я очень рискую, если выйду. Она спускается вниз. Вот она. Ага, вот она поднялась. Вот она сверху идет. В принципе, если тихо играть, я думаю, что ничего быть не должно. Так, давай, залезли. Так. И теперь мы посолим. Опа. Прячемся. Так. Мы нашли ключ от шкатулки. Сейчас идем к шкатулке, открываем ее, потом открываем ту комнату. Бежим, бежим. Быстрей, быстрей, быстрей. Не успею, вот она к нам идет. Зачем туда? Ну ладно, ничего страшного, мы сейчас подождем. Так. Теперь можно тихонечко идти, наверное. Сейчас она по лестнице спустится. Быстрей, быстрей, быстрей. Так. Идем. Вот она сюда поднимается и выключает. Ну, вернее, заканчивается эта шкатулка. Ждем потихоньку. Она пошла налево, да? Надо, чтобы она пошла вправо. Вот она, направо идет, получается. Ой. Да иди ты вправо. Да что ты налево идешь? Так, была, не была. Она сверху? Как она сверху оказалась? Видимо, там двери какие-то закрытые. Давай, давай, наверх, пожалуйста. Ну, хотя бы туда. Давай, давай, за нами идет. Открывайся, закрывайся. Мы спрятались, все, не двигаемся. Ага, она там, где телевизор, получается. Вот она поднимается сейчас. А-а-а, девочка на зажигалку смотрела, а я думаю, где это... Старуха. Ржавый ключ. Скорее всего, он от двери слева внизу.
Сейчас проверим. За нами выехали. Спускаемся. Бежим. Все. Вот так потихоньку будем продвигаться. Бежим, бежим, бежим. Все, бежим. Так. Побежали. Все, бежим. Бежим, бежим. Что это? Я понял, зажигалка нужна. Да, открывайся. Да она тут ходит. Это как пройти-то? Бежим, бежим. Успеем, успеем, все. Фу. Сейчас нужно взять зажигалку и туда опять побежать. О, долгая эта игра на самом деле. Ой. Еле как успел. Так, она на этом этаже. Она дышит над стулом. Она сверху. Прямо над нами. Зачем она и туда идет? Нам нужно, чтобы она пошла налево. Все, спрятались. Фу. Сейчас она сюда придет. Потом нужно срочно бежать в подвал. Фу, надеюсь, потом конец игры. А то, если я проиграю, обидно очень будет. Бежим! Ага, вот так светится. Бежим! Бежим! Бежим. Все, давай. Фу, давай. Почти выбрались. Давай, давай. Так. О. Что это? Их надо освободить, да? Ага, все, я понял. Ёлки-палки. Ведьмы здесь, что ли? Я... Тут, походу, на время было, я не успел. Я же говорил. Нифига себе. Бежим. Бежим, бежим. Давай. Бежим, бежим, бежим. Нас догоняют. Бежим, бежим, бежим. Все, все, все. Бежим, бежим. Бежим, бежим. Все, все, все.
Я понял, что там выход. Там дверь надо сломать. Бежим. Все. Охренеть. А, типа нам кошмар приснится, да? О, все, мы прошли игру. Было круто. Спасибо всем за просмотр этого видео. Фух, вот что называется восстановить нервы. За одну попытку прошел, представляете? Офигеть. Поздравляю всех за просмотр этого видео. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, предлагайте мне, какие видео снять. Скажите, понравилось вам это или нет. И я, наверное, буду прощаться с вами. Всем goodbye!